under the lamp. It's a water container. You eat it? Yes. It's delicious? Yes. Uh-huh. And we eat like the plant which is fit for the pig, like the under the lamp, the potato we use to eat. Ага. В общем, это вот эта посадка, вот это растение называется водяная картошка. Ее едят. Первый раз слышу, не знаю. Я не могу припомнить, чтобы я вообще пробовала ее, водяная картошка. Сладкий картофель пробовала, просто картофель, а водяной картофель нет. Также это корни, в корнях этот картофель. So it looks like potato? Yes. Yeah? Mm. Yeah. And how many, many potato yes. root? Yes. Mm. Okay. Также много картофеля получается в корнях. Да, вот этот вот водяной картофель, мы сейчас вот задали вопрос, на что вообще похож, как он на вкус. Она говорит, что так же, как картофель, только не такой сладкий, как сладкий картофель, хотя сладкий картофель тоже не сладкий, ну ладно, неважно. В общем, не сладкий по вкусу, как картофель, и после того, как ты его съешь, чувствуешь себя хорошо. And what do you mean, you feel good? What do you mean, the person feels good? Healthier or... Not like healthy, but when you eat... Happy? Yes. Yeah, when you eat like not so sweet and not so like sour, or, yeah, just perfect. Ah. But I don't know to say the word is... Feel good stomach. Yeah. Good. Ну, короче, хорошо для желудка просто. Вот. And how do you cook it? Boil? Yeah. Boil. We boil with the water. Mm-hmm. Просто в воде варят. Интересно, попробуй, да. Никогда не... Yeah, if you eat with the rice, very tasty. С рисом очень вкусно. Okay. I'd like to try. Yeah? But tonight we don't have, maybe... Tomorrow I asked the next homestay. Okay. So, yeah. Сегодня-то точно нет, потому что как бы уже поздно придем. А завтра она попробует попросить хозяев там, где мы остановимся, чтобы они приготовили нам попробовать. I try to ask the homestay tonight. Okay. Thank you very much. Thank you. Yeah. We appreciate. Yeah. Yes. Ох, какая же красота здесь. Calling. Лау, Гуани тут ласаю. Договариваются нам приготовить водяного картофеля. Не знаю, кто-нибудь вообще пробовал водяной картофель? Я первый раз слышу вообще про водяной картофель. Ты слышал когда-нибудь? Ой, вот как все-таки много узнаешь всего интересного. Got đi này có đi soi coi trên là chả mồm mồi có khác với nhau nên để cái gì khác chỉ là chứ chả có đi ở chỗ nào mà yes they have yes oh yes. Супер, все, она договорилась, что у них есть водяной картофель и нам его обязательно приготовят. Супер, thank you very much. You're welcome. And I say to them, say, wait, and when we be back to the homestay, and then make the chips. Okay. Like the... We eat everything. Yeah. We are people who eat everything.